Завтра приезжает папа. Від режиссерки Оксаны Байрак. Он будет со своей нимфеткой Натали, а я буду одна. Для людей одинокая женщина – это неудачница, понимаешь? 8 березня. Ей нужен муж на час. Это блуждающий тестостерон должен будет назваться моим мужем? Премьера под знаком Лева. Поцелуйте меня. Вы с ума сошли? Как тебе угораздило выйти замуж за этого певца? Если это, конечно, не спектакль. Ты ожидал увидеть несчастную брошенку, а увидел счастливую женщину с красавцем мужем. Да плевал я на твоего мужа! Если мы решили с вами играть наши роли, давайте их играть до конца. Новела перша. Провина кохання. У 20.15 на СТБ.